30 января 1921 года в деревне Корма Добружского района появился на свет Иван Шамякин. Его детство прошло среди пейзажей Приднепровья, потом на его жизнь выпала война. Он боролся с фашизмом с первого до последнего дня Великой Отечественной и не случайно заявил о себе в первую очередь как писатель военной тематики. Стать письменником я марил. Марил тогда уже, когда настал ничего особливо, и на вот ранее еще на войне. Бой там, помеж боями, далеко на полночь, в Мурманску, в Кандалакше, в Старозаводску, после и в Польше, и на Одере. Я вырывал часины, как нечто написать. К юбилею писателя во всех библиотеках области прошли тематические выставки и литературные встречи, а наша телерадиокомпания подготовила специальный выпуск программы «Добрый вечер, Гомель». Несмотря на то, что Иван Петрович умер всего 16 лет назад, многие факты из его детства и юности до сих пор вызывают вопросы. Поэтому при подготовке сценария ведущей Елене Троценко пришлось провести журналистское расследование и обратиться за помощью к историку Юрию Панкову. Докладно мы доведались, у яким техникуме учился Иван Петрович Шамякин, бо усе интернет-крыницы подают учился, скончил гомельский техникум будовничих материалов. Нема такого техникума, шукала шмат где. Это индустриально-будовничий техникум, будинок захавался, однако вядома, что у им уже нема ніякого техникума. Это тут неподалеку на Кирова, и там ранее было, ну кто памятает, в училище речников. За 60 лет творческой карьеры издано 130 книг Шамякина общим тиражом более 25 миллионов экземпляров. Многие произведения были экранизированы. А 8 февраля исполнится 100 лет со дня рождения еще одного нашего прославленного земляка – Ивана Мележа, уроженца деревни Глинище Хойникского района, который прежде всего известен как автор трилогии «Полесская хроника». К его юбилею на ростовской земле, где в войну писатель был ранен и спасен местным хирургом, откроется мемориальная комната. Экспозиция будет работать в Петрушинской сельской библиотеке, которая носит имя Мележа. Учреждение в дальнейшем планирует сотрудничать с Гомельской библиотекой филиалом номер 1, также носящей имя писателя. В честь литераторов-земляков областное отделение Союза писателей Беларуси объявило 2021 год годом классической литературы и чтения. Мы объявили два открытые областные литературные конкурсы. Первый конкурс примеркованный до 100-годия Ивана Шамякина мы назвали «Сім'я – основа щастя і кохання». Другий конкурс ще протягується. Ми назвали його конкурс, так само відкритий обласний літературний конкурс «Білі вишні і яблуні», присвячений творчості і життєвому шляху Івана Мележа. Зараз жури працює, працює друга група жури, і завтра, післязавтра будуть стануть відомі ліпші з ліпших. Посмотреть випуски програми «Добрий вечір, Гомель», посвященные юбилеям народных писателей, можно на сайте телерадиокомпании «Гомель», а завтра в вечернем эфире новостей смотрите репортаж к столетию Ивана Мележа. Анна Корольчук, Николай Скинтиян, Сергей Комков. Новости недели.